На протяжении 3 дней учащиеся общеобразовательных учреждений Ленинского района будут постигать азы милицейской службы, знакомство с автопарком части, ее кинологическим уголком, обучение навыкам ведения диалога с нарушителями и технологии задержания. И это не полный список того, над чем предстоит поработать юношам и девушкам за сравнительно небольшой промежуток времени. К слову, такая возможность у берестейских школьников действительно уникальная. Подобные мероприятия в стране еще не проводились. Особенность этого мероприятия в том, что в нем принимают участие школьники, молодежные отряды охраны и правопорядка, которые не так давно начали осуществлять свою деятельность при школах Ленинского района и города тоже. И в том, что еще также присутствуют ребята, состоящие на различного рода профилактических учетах в инспекции по делам несовершеннолетних. Сегодня для ребят будут продемонстрированы основы навыков именно военнослужащих. Также будет представлена кинологическая группа, которая покажет, как собаки работают по выявлению наркотических средств. Ну и, конечно же, быт военнослужащих будет показан. Организаторы постарались, чтобы программа была разноплановая и интересная. Ярким подтверждением того, что достичь поставленной цели координаторам проекта удалось, стали горящие глаза юных милиционеров. Они с особым азартом наблюдали за работой опытных правоохранителей, примеряли форму и обмундирование. Возможно, именно такие сборы станут для этих молодых людей еще одним поводом задуматься о продолжении своей взрослой карьеры во внутренних войсках. Сбор у нас длится не один день. На протяжении нескольких дней мы ребятам покажем жизнь и быт военнослужащего, экипировку военнослужащего, который выполняет задачу по охране общественного порядка, также технику специальную. Знания, полученные школьниками во время форума, бесспорно пригодятся в их начинающейся правоохранительной деятельности в своих учебных заведениях. Финальной точкой образовательного мероприятия станет первенство по баскетболу между военнослужащими и участниками сборов.